сразу. Мы к вам приехали не с пустыми руками. Мы тоже уже ветераны, мы такого же возраста, как и вы. Хотим вам пожелать всего самого-самого хорошего. Встреча гостей в доме-интернате для престарелых и инвалидов – это всегда праздник. Поэтому делегацию Совета ветеранов первичной профсоюзной организации ФосАгро Балаково здесь встречали радушно, провели экскурсию, устроили чаепитие. А за чашечкой чая песня сама льется, да и разговоры получаются душевнее. На повестке дня главный вопрос – в чем секрет долголетия? Человек, если стремится ко всему, да, старается что-то, не просто, как говорится, лежит, а именно к чему-то идет. Это очень здорово. Движение – вот тот секрет, благодаря которому подопечные дома-интерната не теряют интерес к жизни. Дни у них расписаны буквально по минутам. Мастер-классы, прогулки, концерты, репетиции, поездки на экскурсии. Да и досуг здесь тоже активный. Кто в шашки, в шахматы. Я бильярд люблю очень. Обожаю эту игру. Вот. Научили меня здесь. Я вот уже 16 лет, я эту игру бы на все променяла бы. Поэтому подарки от профсоюзной организации балаковского филиала АО «Апатит» здесь будут очень кстати. Ветераны привезли много настольных игр. Для тех, кто по состоянию здоровья не выходит из комнат, картины, которые привнесут в их жизнь немного красоты. Жители дома-интерната остались очень довольны подарками. Мы сегодня поделились друг с другом, и, мне кажется, остались довольны обе стороны. Так что такие встречи обязательны. Следующий пункт посещения ветеранов профсоюзной организации – дом малютки, который базируется в детской больнице. Первые 3 года жизни малыши-отказнички считают это место своим родным домом. Огромное спасибо, низкий поклон вам за то, что вы занимаетесь детьми, у которых нет родителей, которые, ну, брошены. Я считаю, что а вы отдаете все тепло им, что они вас называют мамами. Огромное вам спасибо за это. И примите наши подарки. Ветераны привезли для малышей то, что им необходимо каждый день. Средства гигиены, подгузники, детское питание. Медики, которые ухаживают за детьми, сами составили список нужных вещей. Вдвойне приятно, что те детки, которые, ну, может быть, где-то по каким-то своим жизненным ситуациям обделены игрушками, какими-то приятными моментами, вот теперь они тоже точно их получат. Совет ветеранов балаковского филиала АО «Апатит» объединяет бывших сотрудников предприятия. Жизнь у них насыщенная и разнообразная. Экскурсии, занятия спортом, концерты. Но ветераны-химики не замыкаются на себе и всегда спешат на помощь тем, кто в ней особенно нуждается. В ближайшую субботу они отправятся с подарками в Центр «Шанс», специалисты которого занимаются с особенными детьми.